сквере Афанасьева в эти выходные прошли веселые спортивные игры. Татьяна Барулина присоединилась. Как если вы прогуливались в этот воскресный выходной в сквере Афанасьева, то наверняка были удивлены, насколько много здесь народу, сколько много молодежи. Кто-то тянет канат, кто-то играет в настольный хоккей, кто-то участвует в конкурсах. Мы говорим о здоровом образе жизни, мы говорим о том, что в здоровом теле здоровый дух, о том, что ребята должны тренироваться, заниматься спортом, играть в подвижные игры, хорошо учиться, чтобы не все, в общем-то, было хорошо. Если относиться плохо и курить, пить, то... Да, и будет рак мозга. Да. Здоровый образ жизни хорошо для сердца. Хорошо. Можно больше жить. Для легких. Движение – это жизнь. В здоровом теле здоровый дух. Кто сдал балет? Рассказывай. Я ЦСКА! Не в этой теме. Да. Против того, ребята, вы кого? Мы ЦСКА. Да, ЦСКА. Мы за ЦСКА. Мы за ЦСКА все. Да. Ты за ЦСКА. Это оранжевый против ЦСКА. Кто выиграл? Мы выиграли. Соперник. Конечно, достойно, да. Нравится здесь весело и прикольно. Много позитива ловишь от этих танцев. Несмотря на то, что уже идет дело к вечеру, ребята со сквера Афанасьева, кажется, и не собираются расходиться. Проект, который организует молодежное движение «Местные» совместно с управлением образования и культуры, называется он «Будь здоровым, будь спортивным».